Добрый вечер, мои любимые и дорогие. Я действительно сегодня уже по известным причинам не могу присутствовать в прекрасном городе Киеве, в столице Украины. К сожалению, чисто физически я не могу этого сделать, потому что, к счастью, у меня родился сын. Я думаю, все вы сейчас меня поздравляете там в зале. Спасибо. И признаться, я вместе с женой очень долго думал, как назвать сына. Ну, мы думали, если родится девочка, во-первых, назовем ее Настя, а если родится сын, назовем его Потап. Ну, как вы уже знаете, родился сын, поэтому мы с женой продолжаем думать над именем, искать другие варианты. Но, впрочем, это прямо в эту секунду не самое главное. Музыкальный вечер продолжается в рамках блистательного проекта «Ереван-Киев-Транзит» или «Киев-Ереван-Транзит». Это не очень уже важно. Великолепная армянская песня в украинско-армянском трио с Настей Каменских и Потапом. Поехали! Раз, два, три, четыре! Стаху в лес, Галиса, Кезмот, Сирелис. Меня не раз Ергов, а Хераси Хетков, Сирелис. Херухар Вицинчу, Аса Инчу. Херухар Вицинчу, Аса Инчу. Меня не раз Ергов, а Хераси Хетков, Сирелис. Гидем сиромесин цудали се стакун сирели Хервири, Херу Авах нера геркум баздерин зес геркум сирели Инчу аса инчу Инчу аса инчу Се еркум эста хур ес галисем кезмот сирели Херу, Херви, Миань ераз ерковах, ераз ерхетков сирелис, Инчу аса инчу, Инчу аса инчу. Птахою б злетіла у весни. Любов моя, та в чужую душу стукатися мушу відчинить. З тобою поруч я. Зазирнути хочу в сині твої очі в глибину.
Гарик Мартиросян. Два слова, можно мы скажем, ребята? Знаете, я, например, вырос... спасибо большое, девочка. Настя, как тебе вообще, ты как армянскую культуру уважаешь? Безумно красивый язык, безумно красивый. Я вообще вырос на Русановке, и вообще у нас большая армянская диаспора, и мы учились в школе с армянами, вообще очень любим. Нам очень понравилось петь на этом языке, мы желаем вам счастья. Помните о том, что мы народы побратимы, я считаю. И надеемся, что встретимся в Ереване, Потап и Настя для вас. Больше Настя. Спасибо. И Гарик Мартиросян, поздравляем его с сыном. Спасибо. Не называй его Потап, все. Потап и Настя! И Гарик Мартиросян.